Молочныя ракі там, дзе ёсць тэхналагічная дысцыпліна. Работу па выкананню тэхналогій жывёлагадоўлі разгледзелі ўдзельнікі семінара нарады на прыкладзе гаспадарак Івацэвіцкага района. Узначаліў выязны семінар кіраўнік рэгіёна Анатоль Ліс. Молочно-товарные комплексы, которые наведали удельники семинара, узорными не назовешь. Так званые середняки, обранные не выпадково. Одно дело, когда построен новый с иголочки комплекс, и там все сделано под технологию. Сложнее соблюдать технологии в том плане, где-то мы достраиваем, реконструируем и так далее. Сегодня показываем, как это необходимо в условиях, приближенных к реальной ситуации, которая складывается в том или ином хозяйстве. Дифференцированное кормление, профилактика захворывания у живёлы, обновление статка, вытворчасть молока высокого гатунку. И иншие об усім гэтым удельники семинара, старшине райвыканкаму и отказные за жывёлагадоўлю у районах говорили на прикладе молочно-товарный ферм СПК Любишицы и Доманова. Увага технологичной дисциплине, и она заклад годных выников. День мы должны производить, продавать 5000 тонн молока. Сегодня мы продаем вот на сегодняшний день 3700. Поэтому вот к чему надо стремиться. Это даст возможность, в принципе, хозяйствам, которые занимаются молоком, значит, иметь средства выплатить заработную плату. Для Брестской области это реально. Вот мы такие ставим очень, такие глобальные задачи перед отраслью животноводства. По выниках 7 месяцев у регионе отзначается рост вытворчасти молока. Полепшилась и его якость 86%. На перапрацоўчае прадпрыемство Брэшчыны отправляется высокого гатунку и класса экстра. Удалось снизить споживание молока на внутригосподарчые мэты. При умове, что тенденция захаваются до конца года, 5000-ный рубеж у вытворчасти белого золота будет узяты. Семинары подобного кшталту, отзначил керовник региона, станут регулярными. Только вось адрасы их проведения будут в Цель не в том, что, допустим, подготовить одно хозяйство или два в районе и вот показать, как у них хорошо. И все хозяйства, чтобы готовились, понимая о том, что вот такой большой группой мы приедем и посмотрим, и они должны отчитаться о том, что как у них положение дел. Ирина Никитина, Александр Сивицкий, областные новины, Ивацевицкий район.